аэродинамические дуги багажника для тихой езды и легкой установки аксессуаров. В этом видео мы распакуем аэродинамические поперечины от компании Thule. Модель WingBar Edge с индексом 95-83B. Они предназначены для установки дополнительного оборудования для удобства перевозки габаритных вещей на крыше. Дуги выполнены в размере L в черном цвете. Комплект поставки включает две алюминиевые слегка выгнутые дуги, 4 крепежных ремня, сердцевины, ключи и шестигранник для монтажа устройства, а также подробную инструкцию по сборке. Поперечины выполнены в черном цвете и имеют длину 95 см без учета креплений. С двух сторон находится регулируемые крепления со съемными крышками и отверстиями под замке. Дуги предназначены для размещения на крыше автомобиля. Установка осуществляется на рейлинге посредством комплектных ремней пластин и шестигранника. Сверху расположена резинка, которую можно снять, а затем установить в паз дополнительное оборудование. Например, пластиковый бокс или крепление для перевозки велосипедов, лыж и сноубордов. Обратите внимание, ширина груза не должна превышать 86 см, а максимальная нагрузка 75 кг. Также желательно проверить максимально допустимую нагрузку для крыши вашего автомобиля. Подводя итог, перед нами простая и надежная система от компании Thule, состоящая из двух аэродинамических дуг с возможностью легкой установки багажного бокса и дополнительных аксессуаров для перевозки багажа.